Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале проверенных новостей. Я никогда не публикую свои видео до тех пор, пока не получаю подтверждение от разработчиков в отношении вопросов, которые вас интересуют. И вчера соцсети взорвались новостью по поводу того, что на Лесте огласили выведение бабахи из ветки прокачки, переводят ее в статус коллекционок с 28 августа, и вместо нее в ветке прокачки будет уже другая машина, которая вроде бы как по стилю игры должна больше подходить к самой ветке. Ну, здесь я, в принципе, согласен, потому что я лично всегда считал, что бабахи не место в виде прокачиваемой машины на 10 уровне. Согласитесь, тот же самый Бадгер гораздо больше подходит по стилю веточки бабахи, нежели сама бабаха. Ну, просто перед этим, играя на АТ-шках, которые обладают броней и скорострельностью, при этом не обладают рубкой, ну, не подходит бабаха абсолютно. А вот Бадгер совсем другое дело. Но, с другой стороны, Бадгер зарекомендовал себя просто как великолепная коллекционная ПТХа, и делать его прокачиваемым или создавать что-то подобное — это тоже глупая затея. Не знаю, как собираются реализовать все это на Лесте, но нас, игроков Евросервера, больше интересует вопрос того, а будет ли то же самое касаться бабахи на Евросерваках, ну и, соответственно, планирует ли это делать Wargaming. Для того, чтобы предоставить вам проверенную информацию, я обратился с соответствующим вопросом к Артуру Нонейм и прямо спросил по поводу того, планирует ли Wargaming выведение бабахи или какой-либо другой тачки из ветки исследования в замену данной машины и переведение соответствующей машины в статус коллекционных. Артур ответил спокойно и, как обычно, лаконично, просто написал: нет, мы такого не планируем. Так что владельцы бабахи, можете выдыхать абсолютно спокойно, бабаха как была в ветке прокачки, так и останется. Ну а в отношении новых машин, я уж точно знаю, что новые тачки предвидятся. Есть наработки по новым коллекционным и премиумным машинам. Огромное количество машин я получил на тест, а это говорит о том, что в ближайшее время нас ждет пополнение ангаров новыми машинами с уникальными геймплеями. Если вы хотите не пропустить обзоры на данные тачки, не хотите пропускать свежие новости, бонус-коды, ну и обзоры всего, что только можно обозревать в нашей игре, подписывайтесь на канал прямо сейчас. Стараюсь специально для вас и пошел снимать следующее видео. Не забудьте прожать на колокольчик, буду благодарен за лайкос. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.